Но начнем мы с другой новости. Она прилетела из Братска. Там трое подростков оказались на грани гибели из-за несоблюдения техники безопасности. А ведь парни всего-навсего хотели самостоятельно отремонтировать мотоцикл. Для этого они решили собраться в гараже. Разрешение родителей было получено, и юноши отправились в один из боксов местного кооператива. В ходе ремонта байка молодые люди задействовали газовую горелку. Но, судя по всему, никто из парней не был осведомлен о том, как правильно ее использовать. Результатом стал взрыв. На хлопок мгновенно отреагировали оперативные службы. На месте выяснилось, что всем юношам необходима медицинская помощь. Они получили ожоги рук и лиц. Молодых людей доставили в больницу. После обследования в состоянии средней степени тяжести одного парня госпитализировали. Остальные будут проходить лечение амбулаторно.